Я задавался вопросом после успешного выступления Анастасии Мишиной и Александра Галлямова, которые сейчас выходят на лед в короткой программе, а выигрывали ли чемпионаты мира кто-то из дебютантов в свое время. И так сложилось, что именно ученики Тамары Николаевны Москвиной, Ирина Воробьева, Игорь Лисовский, Елена Валова, Олег Васильев на своих дебютных чемпионатах мира становились первыми. Это было 40 и 38 лет назад, соответственно. Мишина Галлямов пока третий по итогам короткой программы, и произведения группы Queen звучат у них в произвольных. Браво! Браво! Вот это да! Да. У нас даже в зубу дыхание сперло. Так есть, конечно. Вы видите, какая уверенность в себе.
Что-то невероятное совершенно сейчас вытворяют Настя с Сашей. Вся наша группа поддержки. Вот там Лёшка Якунин вдалеке тоже прыгает по трибунам. Ну, фантастика. Знаете, это такая наглость взять дебютантом, кататься по We Are The Champions, да еще и откататься по-чемпионски. Но это только Тамара Николаевна. Тамара Николаевна, ее школа. Хочется, конечно, сказать, что в Санкт-Петербурге открылась школа потрясающая, которая поддерживает и дает возможность очень ученик Тамары Николаевны, Антон Сихрулидзе. Вот такая забота о своем тренере. И это очень-очень благородно. И Антону огромный привет. И, конечно, Артур Минчук, который непосредственно ежедневно работает с ребятами. Браво, браво, браво. Я где-то критиковал, честно, на чемпионате России именно эту программу, что она, ну, немножко такая, музыка тоже сама по себе, ребята где-то сами по себе. Но вот сегодня было это слияние. Конечно, впереди программы более образные, но сегодня это как выступление абсолютно чемпионское. Вы знаете, и судьи оценивают все на очень высокие уровни. На каждом элементе ребята набирают плюсы. Я с ними познакомился, в общем, по-человечески совсем недавно, как с личностями перед нашим большим гала. Тамара Николаевна позвонила мне накануне, сказала: я посылаю тебе ребят, они абсолютно твои, ты найдешь с ними вот сразу общий язык. Но они идеальные ученики, вы знаете, они настолько на все согласны, они настолько готовы, открыты все исполнять. Это, конечно, вот мечта любого тренера. И, конечно, ребятам огромное спасибо за это выступление, за их вот эту внутреннюю человеческую организацию, направленную на добро, на стремление, на чемпионство. И это все видно. Вот вроде маски на лицах, а видно в глазах, понимаете? И знаете, что я еще скажу? Что Тамара Николаевна, когда присылала тогда ребят, прислали видео, говорит: мы нашли несколько новых элементов, посмотри. Да. Мы их тогда тоже включили в показательный танец, но сегодня они их включили уже в эту программу. То есть вот финальная поддержка, вот такая креативная поддержка, которая была, она была уже абсолютно новой. То есть внутри сезона не побоялись вот буквально там за 3 недели до чемпионата мира внести 2 новых элемента. И в этом школа Москвиной. Ну и разучили по ходу сезона вот этот стартовый каскад, тройной сальхо в ходе, тройной сальхо, сложнейший, базовая стоимость которого приближается к 10 баллам, еще исполняют его на плюс. Причем мне показалось вначале, что немножко сбой, повело Сашу. Нет, это было иллюзорное впечатление. Ну, он так через Оля раз и вот, выкрутился. Вот вы говорите иллюзор. А Алексей Ягудин мне говорит, все правильно я говорю. А я еще смотрю. Не, ну плюсы получили в любом случае за этот каскад. Не, ну Олер спас, так сказать. Так, надо уметь этим пользоваться. Невероятно. Ну, видите, мы в таком подъеме, уже Оллер. Оллер – это связующий прыжок между двумя тройными сальхами. И, в общем, это действительно очень сильный каскад. Я думаю, что на данный момент ребята, конечно, будут лидерами. Впереди выступление еще 3 дуэтов, но в общем, они уже в тройке. Да, они уже в тройке с первой попытки. Они еще ни разу не выступали на чемпионате Европы и на чемпионате мира. За произвольную программу набирают 151,8 балла. Сами себе аплодируют. Но смотрите, надеются в глубине души не только на медаль, возможно, даже на золото. 227,5. Сумасшедшие совершенно баллы. Сумасшедшие. 100% с медалью Анастасия Мишина и Александр Галлян. Поздравляю, молодцы, браво.